Всем привет! Вы на канале Лилины Басята. Лила ушла в школу, а мы ей помахали ручками и лапками. У нас вот такая красивая погода. Наш вид из окна, снежок. Просто замечательно все. Но нет, не все. У нас есть одна грустная новость. И Лила даже не хотела вам ее рассказывать. Поэтому я решила поделиться с вами одной грустной новостью. Лила очень расстраивается, но что поделаешь. От нас ушел самый маленький басик Борис. Когда Лила пришла, у нее прям слезы были на глазах. Он куда-то потерялся, пропал. Может быть, его украли. И вот такая вот у нас грустная история. Мы все грустим, но не знаем, как вернуть нашего Бориса. Осталось только металлическое колечко на память от него. И вот, но есть у нас одна радостная новость. К нам пришел новый малыш. Вот такой симпатяжечка. Его Лила назвала, кажется, Василий. Она вам еще об этом обязательно расскажет. Просто я решила вам сообщить эту одну грустную, другую радостную новость. Потому что ей было трудно вам об этом рассказывать. У нее прям слезы на глаза. Посмотрите, какой милый, правда? Очень даже хорошенький. Мне кажется, она его назвала Василий. Но потом она еще вам обязательно расскажет. Так что вот, у нас две новости. Одна грустная, а другая радостная. Но ничего, мы будем думать, что Борис отправился какой-то девочке или мальчику, которая его будет тоже очень-очень сильно любить. Может быть, у него не было денег, чтобы купить Басика. А Басиков ведь многие любят. Поэтому будем верить в то, что у Бориса счастливая жизнь. Ну, а у нас теперь вот такой вот есть еще малыш. Я думаю, что нужно принимать то, что происходит. Все не случайно. И, как говорится, все к лучшему. Возможно, и Борис будет счастлив, и у нас еще один новый малыш появился. До встречи в следующем видео. Я думаю, Лила вам расскажет еще много интересного. Пока-пока!